Всем привет! У нас на тесте ноутбук Transformer Huawei MateBook E 2023 года. И я тут подумал, что если не делать обычный обзор, сидя дома, а взять его вместе с собой и провести с ним целый день. И мы посмотрим, как он себя ведет в реальных сценариях. И вам не будет скучно, я надеюсь. Так что наливайте себе что-нибудь горяченькое и поехали! Моя профессия — видеопродюсер. Я придумываю идеи для видео, потом расписываю эти идеи, потом их снимаю, а потом монтирую. Иногда сам, а иногда с командой монтажеров. В общем, делать мне приходится довольно много. И сегодня как раз у меня день съемок, так что мне и снять что-то надо будет, и в целом сидеть, писать письма, сообщения, что-то согласовывать и вот это все. Так что, если мы говорим про рабочий инструмент, то тут очевидно, что он должен быть компактным, чтобы ездить со мной на съемки. Потому что, ну, хочу я использую его как ноутбук, а хочу отсоединяю клавиатуру и использую его как планшет. И это устройство на Windows 11, Core i7 12-го поколения, то есть самый настоящий ноутбук, не компромисс на Snapdragon и с Android. И при этом Huawei MateBook E всего 7,9 мм толщиной и весит скромные 700 грамм. Ладно, в общем, мне пора на студию, там и увидимся. Треть рабочего дня позади, и я еще забыл сказать, что я ведущий на радио. У меня всегда есть с собой устройство, на котором я держу заметки во время прямого эфира. Отсоединил клавиатуру, поставил его в вертикальный режим на подставочку и готово. К тому же Windows 11 поумнело. Отсоединив клавиатуру, UI меняется, чтобы управление системой пальцем было удобнее. Действия выполняются свайпами, док уезжает за шторку внизу, оставляя больше места. В общем, здорово. Ну а потом съемки и прочее. Я могу установить сюда приложение телепромптер, если захочу, и у меня будет суфлер во время съемок. Ну, я конкретно этим не занимаюсь, у меня все в голове, но ведь как же круто! Сюда можно установить вообще все что угодно, потому что это полноценное рабочее устройство на полноценной операционной системе. А клавиатура? Я уже какое-то время в офисе, и мне нужно много печатать, и клавиатура тут полноразмерная. Можно печатать как на любом другом ноутбуке в мире, разве что подсветки нет. Иногда этого не хватает. Но интересно тут вот что. Я могу легко отсоединить клавиатуру, она держится на магнитах, делается это легко. Поставить планшет отдельно и клавиатура тоже отдельно, но при этом я могу на ней печатать, и здесь все появляется. Это просто Bluetooth-клавиатура, которая работает без проводов. Это максимально удобно. Я могу поставить ее себе на коленки и продолжать печатать, где бы ни находился мой экран. А знаете, что еще помогает мне в работе? Собственно, сам экран. Потому что мне нужно отсматривать очень много контента после монтажеров, а тут OLED-экран, настоящий черный, бесконечная контрастность и частота обновления 120 Гц. Но тут мало того, что технологии современные, тут еще и большой цветовой охват. Дисплей поддерживает кинематографический диапазон P3, то, что нужно для тех, чья профессия связана с фото или видео. Ролики в работе мы снимаем в RAW или в плоских форматах. Я и сам все делаю в плоских форматах, чтобы потом красить, и выглядит это вот так. И, конечно, чтобы его правильно покрасить, нужно иметь хороший монитор, и здесь это есть. Хотя всего 12,6 дюймов. Да, для профессиональной работы этого маловато, хотелось бы побольше. Но с другой стороны, прямо здесь и сейчас отсмотреть какой-то материал и дать какие-то правки монтажерам можно. Конечно, финальные варианты я буду смотреть на других диагоналях. Но хватит об этом, надо заканчивать со съемками и ехать домой доделывать работу. Но сначала еще одно дело. Нужно скопировать все отснятые материалы и забрать их с собой. Для этого тут есть два USB-C. Один Thunderbolt 4, другой версии 3.2. Это очень большие скорости передачи данных, что очень важно для меня. У меня версия, как я и сказал, Core i7, а также тут 16 гигабайт оперативной памяти и SSD на 512 гигабайт. Память быстрая, почти 5000 мегабайт в секунду на чтение и 3800 мегабайт на запись. После всего одной съемки у меня около 60 гигабайт материала, так что 512 гигабайт хватит. Но для профессионалов хотелось бы иметь вариант памяти побольше.
С другой стороны, с Thunderbolt 4 можно получить бесконечный накопитель, просто использовав внешний SSD. Но это еще один аксессуар, который надо брать с собой, так что если мы говорим об ультимативной компактности, то ребятам есть что предложить нам в следующем году. Ладно, тут у меня все, так что возвращаемся в студию. Точнее, из студии поехали в мою домашнюю студию. Допустим, съемка была не по работе, а для личного архива. Ну, сейчас я бы сидел и монтировал это все в видеоформате или обрабатывал фотки. Я тоже иногда делаю фотосессии. Тут можно работать с видео, уверен, что Full HD ролик можно смонтировать без проблем. Но, повторюсь, я снимаю в больших битрейтах и плоских цветовых пространствах. Такую работу я оставляю большому компьютеру. А вот обрабатывать фотки тут легко. Повторюсь, тут отличный экран. Взаимодействовать и редактировать материал на нем не просто удобно, это приятно. У меня с собой нет, но вообще можно докупить стилус, который позволит рисовать, делать наброски и работать куда точнее с масками в Lightroom. Он распознает более 4000 степеней нажатия и крепится на магнитах к торцу MacBook E. Также, если бы я отсматривал материал дома, я бы легко проверил и звук, ведь тут отличные динамики и звук реально объемный. Им даже можно заменить компактную колонку, настолько я уверен в его звучании. Но хватит о работе, может ли MacBook E предложить нам какие-то развлечения? С точки зрения потребителя контента полно, это же фактически планшет. Отсоединил и смотри ролики на диване, в кровати, да где угодно. Можно и в игры поиграть. Понятно, что киберпанк, наверное, не запустить, но во что-то простое всегда можно поиграть. Вот CS2 у меня на низких настройках выдавал от 48 до 70 кадров в секунду. Вполне комфортно. Но чтобы подключить мышку или какую-то еще периферию, пока планшет на зарядке, придется использовать переходник. Во всяком случае, если ваша мышка по старинке подключается через USB-A, как у меня. Хотя на рынке есть версии со встроенным Bluetooth, но это стоит иметь в виду. Но знаете, я же работал на нем и до съемки этого ролика. Я по традиции весь сценарий этого обзора написал на Huawei MateBook E. И знаете, это отличный ноутбук-планшет. Он классно сделан, у него активное охлаждение и очень незаметное отверстие для воздуха. Само охлаждение вы, кстати, никогда не услышите. Он почти не грелся, за исключением пары раз, когда я запускал игры или что-то устанавливал. Он очень хорошо живет от батареи, около 9 часов просмотра YouTube без перерыва. Да и у меня не возникало проблем, работа целый день и только к вечеру надо было его заряжать. Блок питания на 65 Вт, идет в комплекте с Huawei MateBook E2023, а вообще подходят любые блоки. Я вот заряжал своим от телефона. Но если ваша работа — это работа в том же Lightroom или каких-то требовательных приложениях, то блок питания всегда можно взять с собой, а розетку всегда можно найти. Мне очень понравилась фишка с клавиатурой, которую можно отстегнуть и продолжать печатать. Мне понравились скорости передачи данных и, к слову, очень быстрый Wi-Fi 6. У меня дома стоит отличный роутер, и я наконец-то могу раскрыть его потенциал. У ноутбука бесподобный экран, вообще одна из лучших сторон этого устройства. Теперь хочется такой же, но еще больше. То же самое могу сказать про динамики, одни из лучших динамиков в таком компактном устройстве. Да даже цена вполне приемлемая, я лично видел планшеты на Android, которые стоят дороже, а тут это полноценный компьютер Core i7, 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенный в моей версии и в черном корпусе. И здесь, в России, такая версия стоит 110 тысяч рублей. Кстати, в других странах есть другие цвета. В общем, браво Huawei! Действительно получилось отличное устройство, и я могу без зазрения совести рекомендовать его всем и каждому. Но в следующем году ждем версию на 1 терабайт встроенной памяти и 15-дюймовым экраном. Будем считать это моим письмом к Деду Морозу.